Кадры решают все. Создание новых рабочих мест стало одной из основных тем стратегической сессии в Теринге. Муниципалитет восточной части Ульяновской области – район промышленный. А чтобы предприятия работали как часы, необходимо создавать комфортные условия для жизни работников. Поэтому на блоке «Демография» участники обсуждали семейные ценности, выделение бесплатных путевок многодетным и привлечение молодежи. Именно за молодыми вот рост, за ними потенциал. То есть молодежь – это наше будущее. Если сейчас здесь мы для них создадим условия, то в дальнейшем они будут работать на нас, на наше поселение. Как отмечают эксперты Центра стратегических исследований, которые работают на сессиях, демографический вопрос одинаков почти для всех районов области. Это и низкая рождаемость, и высокая смертность, и миграция людей в города. Задача модераторов – рассказать участникам об общих тенденциях в демографии. Наша задача – учесть то, что они считают, увидеть то, что они считают важным для себя, и попытаться потом это включить вот в стратегические документы региональные именно, чтобы это нашло там отражение, чтобы на это были выделены деньги. В стратегической сессии приняли участие помощник полпреда президента ПФО Сергей Морозов и депутат Госдумы Владимир Коннов. Они сделали акценты на цифровизации, сфере образования, создание качественной команды для комфортной работы. Стратегическая сессия очень, скажем, важный такой формат для определения болевых точек и выработки решений, как ту или иную задачу, вот ту болевую точку, так сказать, развести или решить задачу. Также терингульцев интересовали вопросы благоустройства. В первую очередь необходимо обратить внимание на газификацию, водоснабжение, ремонт общественных пространств, парков и скверов. Также жители предложили развивать внутренний туризм, в том числе открыть экодеревню и гостиницу. Анна Тищенко, Улправда ТВ.